Глава Северского района Андрей Дорошевский в рамках смотра отрасли животноводства посетил молочно-товарную фирму ООО «Агросистема». Предприятие одно из крупнейших в районе. В общей сложности здесь содержит 900 голов крупного рогатого скота. Андрей Дорошевский осмотрел комплекс, где содержат коров и телят. В сутки одна буренка дает около 20 литров молока. Чтобы прокормить такое поголовье, необходима хорошая техника. Воспроизведением поголовья занимаются сами. Потомство рождается здоровым. У них уже в марте месяце свои бычки будут такие, комолы. Будем искать у них семя. Глава района пожелал предприятию успехов и развития.